Тема доклада, которую я выбрал, она, в общем-то, пока еще не очень по-настоящему можно считать математической, потому что результатов очень мало. Строгих математических результатов очень мало. Пока поначалу это появилось как некоторое угадывание формул, которые я покажу. Это первая работа моя появилась в 2005 году на эту тему. Кое-какие результаты уже получены, строгие результаты. Я, конечно, о них расскажу тоже. Хотя никаких доказательств приводить, мне времени на это не будет. Но, тем не менее, сами постановки и мотивировки, как мне кажется, не безинтересны. И, по крайней мере, вот их стимулирующее влияние определенное было. Сразу скажу, что какие-то части вот этого доклада, я рассказывал здесь в Москве в разных местах, прошу заранее прощения за какие-то повторения, но тем не менее вот все вместе, прозрачки, которые здесь, в смысле слайды, которые приготовил, они, конечно, я их буду использовать просто для того, чтобы некоторые формулы, которые чуть длиннее, чем только можно писать на доске, они будут на слайдах, писать в основном буду объяснить, буду стараться делать на доске. Сначала я первая часть, которая вот будут, я постараюсь объяснить постановки о том, что означает медленно меняющиеся начальные условия и какой тип теории возмущения для восстановленных гамильтоновых систем здесь возникает, который специфичен, как мне кажется, именно для бесконечно мерного случая, то есть для уровня частных производных. И я не вижу так аналога для теории возмущения конечно мерных гамильтоновых систем. PDS — это уровень частных производных. Чуть-чуть мне нужно будет упомянуть о том, как подход основной теории возмущения работает в задаче изучения интегрируемых уровней частных производных. А потом уже перейду к названию доклада, к базовым переходам и неким специальным решением уровня ТДР, которое здесь появляется при асимптотическом написании фазовых переходов. Но главное, на что я хотел бы сделать упор, это на связь с теорией случайных матриц, которая эта связь, где слово универсальность появляется еще раньше, для меня, конечно, было одним из существенных наводящих соображений. Многие разделы теории случайных матриц для меня это всего лишь теория неких специальных решений, специальных категорируемых систем. Но вот это вот, после чего возникает вопрос, насколько эти свойства известной теории случайных матриц можно обобщить на другие уровни частных производных. Вот это я, вторая часть доклада, которая будет, может быть, примерно такой же сильный, как все остальные. О чем речь? Во-первых, речь будет идти о уравнении частных производных с одной пространственной, но одновременной переменной. В основном рассмотрение будет локальное, поэтому я не буду сейчас точно формулировать какой-то класс познания пространства. По крайней мере, все решения, которые я буду говорить, будут гладкими функциями переменных x. Решение только в таком классе будет рассматриваться. О каком типе теории возмущения будет идти речь здесь? Как всегда, сам теория возмущения начинается с того, что мы выбираем какое-то точное решение или семейство точных решений, изучаем окрестность этого семейства точных решений. В самом простейшем случае эти точные решения устроены так.
Говорим так. Вот у нас есть вот эта функция, которая будем предполагать, что по джетам, то есть по x производным, она аналитична, то есть на нулевом сечении, то есть джет изумляется. И более того, она на этом нулевом сечении тождественно обращается в ноль. Что дает нам сразу, конечно, n-мерное инвариантное многообразие постоянных решений, где n — это размерный вектор функции u. Это, собственно, здесь не требуется мое объяснение. И вот мы хотим изучать поведение решения в окрестности этого n-мерного инвариантного многообразия. Значит, как определяется окрестность? Если на самом многообразии решения постоянные, то значит в окрестности они будут почти постоянны. Вот это, собственно, отличие от обычных теорий возмущений, где просто рассматривается линеаризация окрестности данного решения. Таким образом, у нас значит, это решение почти постоянное означает, что, что производная мала. То есть малым параметром является не величина отклонение от этого многообразия, величина производной. Введем малый параметр эпсилон, тогда, значит, который будет характеризовать малое совмещение. То есть, другими словами, у нас первая производная порядка эпсилон. Ну и можно считать, что u это несколько гладкая функция эпсилон x. Вот. Тогда вторая производная будет порядка эпсилон квадрат и так далее. Вот это точное описание того класса решений, того класса функций, в которых мы будем работать. Обычно вводятся медленные переменные, заменяем x на эпсилон x, t на эпсилон t. И тогда после замены ясно, что первая производная множится на эпсилон, вторая на эпсилон квадрат и так далее. Производная по t тоже умножится на эпсилон, но я поделил уже на эпсилон в правой части. И в силу аналитичности по джетам можно разложить правую часть ряда Тейлора по эпсилону. Вот, что получится? Ну, здесь есть сингулярный член единиц на эпсилон, но он занулится. Потому что когда вот здесь, вот в этой части, мы положим эпсилон ровно нулю, то в силу вот этого условия здесь ноль. И значит, разложение будет начинаться с членов линейных по первой производной по x, потом следующий член квадратичен, то есть линейный по второй производной квадратичен по первой производной, и так далее, линейный по третьей. Здесь у нас имеется некая естественная группировка. То есть в каждом порядке по x у нас имеется дифференциальный полином по джетам. Ну и естественная группировка в конце дифференциальных полиномов рассматривается, где каждая производная имеет степень k, при k больше нуля. То есть здесь вот это член порядка 1, порядка 2, порядка 3. То есть коэффициент при эпсилон k имеет степень k плюс 1. Вот. Таким образом, формально говоря, вот эту значит, вот исходную систему при изучении вот малой окрестности этого n-мерного инвариантного многообразия можно рассматривать как возмущение вот этой квазилинейной системы, которая возникает в главном порядке. И вот, собственно, вот главное челлендж это вот понять, в каком можно ли здесь какие-то получить точные результаты, которые обосновывали бы вот идею о том, что это возмущение. То есть, что решение стремится к решению не возмущенного, да? То решение, ну вот я сейчас точно опишу, лишь какие вопросы здесь возникают. Значит, вот я переписал вот это уравнение, которое я описываю в виде ряда по степеням эпсилон. И его главный участок, который получается, если мы эпсилон положим равным нулю. Ну, первый вопрос, который, с чего, конечно, всегда приходится начинать,
теория несчастных производных, это вопрос о том, потом существует ли, есть ли какая-то теорема существования. Для квазилинейных систем первого порядка с этим дело достаточно просто обстоит. Вот. Например, для случая, когда n равно единице или n равно двойке, даже можно постоянно написать решение характеристик. То есть даже не требуется доказывать теорему. А для вот этого, для этого уравнения общего уже, если мы даже фиксируем какое-то конкретное числовое значение параметра, то ну, вообще говоря, никаких теорем, по крайней мере, никаких заведомо нет никаких глобальных теорем существования, но даже вот нет ясности, какого типа локальной теоремы существования, на какого типа локальной теоремы существования можно здесь рассчитывать. То есть более точный вопрос ставится так. Вот мы рассматриваем систему 1 нашей возмущенной системой, буду называть ее дальше возмущенной системой. Систему 2, которая не возмущенная система. Хотим сравнивать решение с одинаковыми начальными условиями. Разумеется, начальные условия, не зависящие от эпсилона. Первый вопрос, это вопрос действительно о сравнении решений. И оценки времени жизни решения возмущенной системы. Для невозмущенной системы, как я сейчас объясню, через несколько минут, это вопрос решается легко, по крайней мере, для малых размерностей. А для возмущенной решает этот вопрос обычно очень труден. Так вот, первая идея заключается в том, что если эпсилон достаточно мало, то время жизни возмущенного решения и время жизни невозмущенного решения, которое в типичном случае конечное, ну, они одного порядка. Я потом покажу. Вот, и более того, для достаточно малых времен возмущенное решение мало отклоняется от невозмущенного. Какие здесь имеются результаты? Результатов здесь, как со мной удивление, немного. Первые строгие результаты были получены, конечно, для интегрируемых уравнений, когда для уравнения Крапивы-Гёдефриза или некоторых других методов обратной задачи. Эти результаты получены в 80-е годы, в 80-е, начало 90-х годов, Лаксом, Лидербором, Менгхедесом, используя метод обратной задачи при положении, что мы рассматриваем начальные условия быстро убывающими граничными условиями, вот именно на x. Хотя, по крайней мере, в чистых экспериментах, которые мы их довольно много делали, видно, что этот результат вообще как бы не имеет отношения, не должен иметь отношения к интегрированности. Я обсуждал с разными специалистами по уравнению несчастных производных, но первая реакция была, что, конечно, это не может быть. Но потом как-то вот, по крайней мере, никакого доказательства общего на сегодняшний день нет, но некоторые специальные результаты имеются, я о них потом точно сформулирую. Так, значит, первый вопрос – это вопрос о том, что происходит при малых временах, а малые конкретно это вот времена, прежде чем это время жизни решения невозмущенного. Что мы хотим надеяться, что возмущенное решение живет, по крайней мере, столько же и чуть-чуть больше, на самом деле, что время, когда происходит, скажем, blow-up решения возмущенной системы, его можно оценить снизу, как вот время жизни до градиентной катастрофы не будущего. Если эта идея верна, тогда возникает следующий вопрос –
который, собственно, есть главный вопрос, вот, вынесенный название доклада, это вот как, а что же происходит в окрестностях вот, точки градиентной катастрофы? Я напомню еще несколько, через пару минут, что такое градиентная катастрофа и для квазилинейных уровней первого порядка. В точке градиентной катастрофы невозмущенного решения, где уже решение возмущенное и невозмущенное расходится. Вот здесь нужно разделять два класса решения. Один класс решения, два класса возмущений. Один класс возмущения диссипативное, то есть когда есть вязкость. Например, уравнение Бергерса. В принципе, можно рассказывать как одномерный простейший аналог уравнения Лес-Стокса. Этот случай очень хорошо изучен. Это случай, конечно, когда возникают ударные волны. То есть решение, возмущенное решение существует у уравнения Бергерса, оно существует уже при всех переменных. Оно спокойно проходит через точку опрокидывания, но тени поведения решения, когда мы проходим через точку опрокидывания, он качественно меняется. Я сейчас покажу картинку через несколько слайдов. Качественно меняется. Возникает ударный волн. Но это, конечно, должно быть положительно в этом случае. А второй класс — это гамильтоновая. Здесь вместо ударных волн возникает осцилляционное поведение. И вот, собственно, главное, что я попытаюсь объяснить в докладе, это то, что происходит в точке опрокидывания для гамильтона. Но все равно решение существует при всех t, да? То есть... В этом случае да, конечно, потому что это интегрируемое уравнение. Но вообще говоря, вот надежда и то, что, по крайней мере, для неинтегрированного случая никаких стройки результатов, сразу скажу, у нас нет. Но тем не менее, вот есть довольно большое число численных экспериментов, которые удивительно хорошо воспроизводят аналитический факт. Ну вот несколько примеров, которые для меня будут основными, конечно, уравнение Кортега-Фриза. Здесь я написал с коэффициентом 1/12. Ну, 1/12, потому что, ну, я ко всему это пришел совсем с другой стороны. Там, собственно говоря, это Грома Риттена, где решение Канцевича Риттена, для которого уравнение Кортега-Фриза и Ирак Кортега-Фриза, да, нужно нормировать весьма специальным образом. Ну, конечно, можно изменить их коэффициент как угодно. Это гамильтоново уравнение частных производных, что было замечено сравнительно поздно, независимо на Гарнером и Захаровым и Фадеевым. В 71 году. Что означает гамильтоново? Ну, у нас есть аналог градиента, то есть производная крыша гамильтоняна, который спокойный гамильтонян. Есть оператор стопки Пуассона, который должен быть постсимметрическим оператором и удовлетворять тождеству векобия. Но оператор стопки Пуассона — оператор DPDX. Там есть и другая гамильтоновая структура, но я буду рассматривать именно с этой гамильтоновой структурой. Вот. Поскольку этот оператор не зависит от точки функционального пространства, от точки U, то есть практически это матрица с постоянными матричными элементами, то, конечно, тождество Якоби здесь выполняется за даром. Вот. Это уровень Кортега-Фриза. Физической литературы малый параметр, который возникает перед третьей производной эпсилон квадрат на 12, называется дисперсией. Вот. То есть у нас мы изучаем уровень Кортега-Фриза с малой дисперсией. В пределе нулевой дисперсии, когда я полагаю равно нулю, получается уравнение, которое имеет разные названия, буду называть уравнением Хоффа. Также называется бездисперсным КДВ или невязким Бергерсом. Уравнение цепочки Тодда — это уже система двух уравнений, здесь УВ, векторнозначная функция. Вообще говоря, это уравнение на решетке, но это уже я написал его в интерполированном виде и в случайных матрицах, где, которых пойдет еще второй половине, потому мне полезно будет его рассматривать именно в таком виде.
Если мы здесь рассмотрим, разложим в ряд Талора правую часть, перейдем к пределу пресс-стремящихся к нулю, то получится вот квазилинейная система первого порядка, которая здесь написана, которая называется длинноволновым пределом. А цепочки Тода, которые в теории случайных матриц будет отвечать тому случаю, когда мы рассматриваем асимметрическое выложение входно-разрезанным движением. И в этом уровне не тоже будет наступать градиент катастрофа? Да, конечно. Конечно. Ну, это, конечно, частный случай более общих систем, когда мы рассматриваем систему частиц на прямой, коэн координаты частицы и взаимодействуют только соседи. И V — это потенциал взаимодействия. Здесь я пишу, начинается с дискретного представления, а чтобы перейти к непрерывному, нужно интерполяцию, то есть ввести переменные вместо переменных P и Q. Я ввожу функции v от x и u от x, так что qn это значение v от n epsilon, а разность qn минус qn минус 1 значение u от n epsilon, где epsilon это шаг решетки, то есть обратно пропорциональный числу частиц. Здесь предел epsilon, стремящийся к нулю, отвечает тому, что у нас число частиц стремится к бесконечности. И опять же, если мы повторим то же самое вдруг, ну, конечно, я сделал еще времени, временной переменной, то есть перешел к медленному времени. Опять же, если мы разложим правую часть проекта Тейлора и перейдем к пределу, то получим такой длинноволновый предел, который в частном случае, когда потенциал это есть экспоненты, что отвечает стандартной доле. Это именно то, что было написано на предыдущем слайде мы имели дело с интегрируемой системой. Эта система, конечно, интегрирована от характеристик, но ее возмущение, вот это, что вообще говоря, если в основе произвольной гладкой потенциал уже не будет интегрирован. Понятно. Тем не менее, я напомню, что теория интегрируемых систем как раз и стартовала с того, что вот в этой системе для потенциала третьей степени или четвертой степени было в численных экспериментах обнаружено интегрированное поведение, квазипериодическое поведение. То есть, фактически, теория интегрированных систем возникла из изучения неинтегрированных систем. Нелинейное уравнение Шрёдингера, решение, например, которое возникнет здесь, это снова Гамильтоново уравнение. Здесь на самом деле с точки зрения физики имеется два типа нелинейных уравнений Шрёдингера. Вот это тип, который называется обычно фокусирующим нелинейное уравнение Шрёдингера. Что это означает на уровне решения, сейчас возникнет на картинках. Сразу скажу, что Сизель как неоднозначная функция переменных x и t. Вот. Удобно будет ввести две вещественно-значные функции U и V, где U квадрат модуля V это мнимая часть логарифмической производной C, сразу D эпсилон. Тогда мы, если переписать это скалярное уравнение в виде системы, получится система двух уравнений. Того же типа, как раньше. То есть у нас имеется главная часть, которая квазилинейная. Уравнение типа мелкой воды. Возмущение порядка эпсилон в квадрате. Здесь, конечно, как вы видите, это выражение является дифференциальным полиномом третьей степени, как и положено. Гамильтоновая формулировка такова. Я не буду напоминать, как устроена гамильтоновая формулировка для исходного нелинейного уравнения Шрёдингера. А напишу для этого. Здесь нужно смотреть оператор d под x умножить на постоянную симметрическую матрицу. Вот. Это тот самый класс Пуассона, классового Пуассона, который когда-то много лет назад у нас возник с Сергеем Петровичем под названием
вот типа основной гидродинамического типа, который как раз и отвечает тем задачам, которые Гамильтонов описание главного члена. То есть мы видим, что гамильтониан здесь, как и для случая КДВ, тоже записывается в виде ряда по степеням эпсилон, здесь в этом случае в ряду есть только два члена. Главный член, который есть просто интеграл, функция от U и V без производных. Ну и поправка по эпсилон, здесь поправка порядка эпсилон квадрат, который является дифференциальным термином второй степени. Вот это именно тот класс, типичный пример того класса гамильтоновых систем, которые здесь будут возникать. В каком смысле типичный, я тоже попытаюсь объяснить, но сначала вот давайте я попробую повторить все, что было написано раньше, еще раз сказать, в общем summary сделать. Вот у нас имеется класс вот таких систем. Сначала я буду рассматривать просто не буду делать никаких предположений по поводу вот ряда последних эпсилон, вообще говоря, бесконечно. Формальный, да, ну то есть. Вот, условие, напомню, что коэффициент при эпсилон ката есть дифференциальный полином степени k плюс 1. То есть, другими словами, мы вводим вот эту градировку на пространстве полиномиальных функций на джетах. Ну и пополняем кольцо дифференциальных полиномов вот по этой градировке. Правая часть это прекрасно. Наполнено на закрытие. Ну это можно вот эта картинка, но не очень выдающаяся, конечно, с точки зрения художественной. Она изображает, объясняет, почему нужно рассматривать это уравнение как динамическую систему. Берем начальное условие, 0 от x, решаем уравнение, допустим, что мы при малых t можем решить, получаем некую кривую пространственную функцию 0 от x, которая зависит от эпсилон, впрочем. Это и есть траектория динамической системы при каждой эпсилон. Теперь по поводу гамильтонной формулировки. Будет рассматриваться всегда, вообще говоря, гамильтонная формулировка должна выглядеть так, что вот у нас имеется некий гамильтониан, который будет предполагаться локальным функционалом. Здесь, в отличие от многих остальных слайдов, формула написана для случая, когда мы работаем с пространством двух периодических функций от x, поэтому здесь интеграл от 0 до 2π, еще нормировал деля на длину промежутка интегрирования, где собственно, производное решение или оператор Эйлера-Лагранжа, примененный плотности гамильтониана, конечно. Если плотность гамильтониана есть вот такой ряд по степеням эпсилон, бесконечный дифференциальный полином, то, конечно, применим оператор Эйлера-Лагранжа, опять получим такой же дифференциальный полином, то есть такое же бесконечное разложение. То есть здесь с точки зрения формальной алгебры все устроено очень просто. Значит, P – это оператор скобки Пуассона, который, я напомню, должен будет согласно нашим предположениям, постсимметричный дифференциальный оператор, тоже записанный, вообще говоря, в виде разложения по эпсилон, ну и должно выполняться в тождественной коде. Конечно, классифицировать такие гамильтоновые операторы – это очень трудная задача. Но здесь, за счет того, что вот мы за счет вот этого пополнения кольца дифференциальных полиномов, за счет того, что все операторы записаны в виде разложения, можно... Да, но это просто напоминание того, что будет рост липоби и как пишется в скобку Пуассона в локальных координатах. То есть вот это то требование, которое должно выполняться. Значит, за счет того, что у нас имеется такое пополнение, можно на самом деле упростить класс Пуассона. Сейчас P не константа, сейчас P. Вообще говоря, не константа. А если P константа, тоже какие-то требования. Если P константа, оператор должен быть симметричным. Например, в том примере, который я писал, у нас оператор P. Это была постоянная симметрическая матрица. Какого вида нужно для этого дойти? Эта матрица симметрическая, это этот оператор постсимметрический. Mm-hmm. Это все у нас, весь оператор постсимметрический. Mm-hmm. Поскольку не зависит от U, то все, значит, в той же коде
выполняется автоматически. Но если зависит от того, например, вот скобка Пуассона для КДВ, вторая скобка Пуассона, оператор P зависит от U, то есть он U для PX, то есть 1, 2, производная U по X. Так что здесь, сейчас, это недостаток только для ПОФа, а для КДБ, как оно в тренировке, которое было написано, нужно еще добавить третью производную. Здесь уже точный клуб не является очевидным. Его нужно проверять. Хотя косую симметрию оператора это проверить несложно. Так вот, значит, что нужно, в чем утверждение? Утверждение в том, что по модулю подходящего класса замен координат все такие скобки этого класса, они сводятся вот скобком такого типа, то есть постоянная симметрическая матрица умножить на оператор дифференцирования. Сейчас я попытаюсь. Это, конечно, существенное упрощение в задаче классификации и в работе с такими системами. Если мы докажем что-то для гамильтоновых систем с такой скобкой, то тем самым оно будет автоматически выполняться для других. Значит, о степенных рядах по эпсилону формально? По эпсилону, да. По эпсилону полностью. Вот. Значит, какие здесь примеры? Ну вот пример, который здесь я повторяю, если оператор, коэффициент оператора постсимметрический, то есть означает, что это эти матрицы, они должны быть в зависимости от четкости K, либо симметрическим, либо антисимметрическим. Это тривиальный пример. Вообще говоря, по PSG такая тетерная эпсилон быть это, но я вот. Не очень существенно. Но для КДВ, значит, такой оператор, я нравится вот тот самый, который написан на доске, но вообще говоря, оператор может быть таким. Опять же, нужно ставить там эпсилон перед ДПД и с каждой степени. После чего у нас оператор запишется в таком виде. То есть форма довольно сложная, но нужно помнить то, что коэффициент при каждой степени оператора DPDX является сам по себе дифференциальным полиномом. И вот после небольшого размышления легко понять, какие должны быть условия на степени этого полинома. Но оператор устроен так, что оператор скобки повышает градуировку на единицу. Так вот здесь сам DPDX, если мы применим дифференциальным полиномом степени n, то получится дифференциальный полиномом степени n плюс 1. Вот. Это требуется от скобки, или это автоматически получается? Просто такие скобки рассматриваются? Такие скобки рассматриваются, да. То есть такие скобки, чтобы разложение по степеням эпсилона гамильтониана отвечало, соответственно, разложение по степени эпсилона самого эволюционного уравнения, чтобы разные члены из гамильтониана не перемешивали. Вот. Это как раз условие, что вот коэффициент при таком препарате для PDX в такой степени должен иметь степень X. Главное здесь секрет очень простой, впрочем, секрет. Это ввести подходящий правильный класс замен координат на пространстве. На том пространстве, на котором у нас живут наши гамильтоновые системы, скобки Пуассона и так далее. Вот то, что мы значит, вместе с Юджин Джангом уже говорили, назвали группой преобразования типа Миуре. То есть это замена зависимых переменных Q, да, то мы переходим по с волной, которая записывается в виде ряда. То есть, опять же, формального ряда по степеням эпсилон. Так что то же самое условие выполняет, что это коэффициент при эпсилон в ката есть дифференциальный полином степени К.
Ну и чтобы была обратимость, нужно, чтобы в главном члене был локальный дифференциал, то есть что у нас, чтобы якобиан главного члена не обращался вовнутрь области глина. А при эпсилон равном нулю не требуется, чтобы у с волной совпало с f0 от u? Нет. Она автоматически совпадет. Вот написано формула. Если положим x равно нулю, в будущем у с волной равняется f0. То есть это такое, как называется, проконечное расширение группы локальных гетеромерности. И это, конечно, группа, разумеется, да? Несложно понять, что и суперпозиция, и обратная к такому преобразованию лежит в том же классе. То есть, когда речь будет идти о классификации, классификация уравнений, классификации скобок, всегда мы будем работать именно с этой группой, группой преобразования типа Мюлера. Поэтому, в частности, можно возмущенную систему получить так. Начинаем с квазилинейной системы, применяем к ней вот такую замену координат и получаем уже систему, которая записана в виде разложения по степени эпсилон. То же самое можно делать и со скобками пуассона. Вот мы начинаем, например, с этой скобки пуассона, применяем координатный бой, получаем что-то невообразимо сложное. Можно рассуждать в обратную сторону, конечно. Мы начинаем. У вас эпсилон есть формальный параметр, да? То есть это формально. Да, формальный. Просто до этого какие-то эпсилоны были, так сказать, не вполне формальные. Я даже не знаю, сказать, но когда вы начинали, у вас эпсилон. Вначале, конечно, вначале исходная задача уравняющих по решению. Когда мы говорим решение, конечно, нам интересно знать, действительно настоящих решений, когда эпсилон поставляем достаточно малое число и хотим знать, что. Это в каком смысле говорить об обратимости? Да? В каком смысле говорить? Формальных рядов, естественно. Формальных рядов по степени. Ну вот, может быть, ставить пример. Пример рассмотреть, когда у нас n равно единице является у квадрата s. И, конечно, здесь нужно предположить, что мы находимся вне нуля. Это был локальный дифференциал. Вот такой, то есть в этом случае, чтобы обратить, нужно решить, вернее, рекать. Утверждение, что это, что если мы обратим главный член, то есть напишем u равняется u с волной, корень идет с волной, плюс. Выберем обращение главного члена, то все остальные ряды, остальные члены ряда уже однозначно определяются. В самом деле, как вот, давайте здесь назовем обращение эпсилон на дельта у, и прямо подставим, что получится. В самом деле, что получится? Получится корень из у с волной плюс эпсилон на дельта у. Плюс эпсилон. А здесь, поскольку у нас эпсилон, нам достаточно учесть только главный член в этом предвижении. Получится эпсилон условно x делить на 2 корень из условно. Правильно? Вроде правильно. Это должно быть равно у с волной. Здесь мы раскроем скобки в левой части, получится у с волной. Плюс 2 эпсилон корень из у с волной на дельта у. Плюс эпсилон у с волной x. 2 корень из у. Отсюда получается дельта у равняется минус. Минус логарифмическое произведение. Ну это экран. Это, конечно, отвечает именно всего лишь разложение ВГБ. То есть если мы напишем соответствующее линейное уравнение, которое отвечает ВГБ, решение которого это экспонента от интеграла
от U получим C. Если могу ошибиться в коэффициенте, где степень интеграла от U до X, удовлетворяю уравнение C из X плюс условно C равно 0. А я сам говорю, я пропустил. А здесь пропустил единицы на X. Вот, ну и тогда, ну, если мы поставим, то что мы получим? Мы получим в главном числе мы получим C из E в степени X на эпсилон интеграл от корень из U с волной до X на U с волной плюс 1 число. Стандартная ВГБ формула. Так, ну это, собственно, некоторое отступление. Показывает, что это, ну, идея этой группы Миура, она, как видите, всего лишь фактически эквивалентна там подходу к теории ВКБ, формально ВКБ разложения. Так вот, первое существенное упрощение в теории гамильтонных уравнений, систем гамильтонных уравнений часто произведенных, это следующая теорема. Что при неком условии невыраженности, я, наверное, все уже забыли, что такое P, пока я вычислял с ВКБ, забыли, какая формула для скобок. Вот у нас есть такой ряд. Меня интересует главный член этого ряда, то есть P и G 0,0. Давайте попробуем написать, причем P, значит, P. Это P, P и G. P и G 0,0. Это будет дифференциальный полином степени 0, согласно предположению, то есть от U. И он будет, кстати, коэффициент при D под X. То есть разные другие члены. Там еще будет один член нулевого порядка, но мне не интересен. А интересен именно член вот этого порядка. Вот условие, что вот этот член, что вот эта матрица, а функция от U не выражена. Это означает, что в смысле терминологии вот, нашей Снорриком старой работы, это как раз означает, что в главном члене мы имеем фокус гидродинамического типа. То есть вот, а P и G это 0,0, это будет там, соответствующая метрика. Так утверждение, что при этом условии невыраженности главного члена любая скобка эквивалентна стандартной, то есть постоянная симметрическая матрица на D под X. Эквивалентно формально существует. Формально существует, да. Ну, например, вот для того, чтобы привести вот эту скобку к эквивалентности, как раз, как хорошо известно, нужно использовать именно вот это преобразование. Ну, там с каким-то коэффициентом, который сейчас на камере не готов воспроизвести. Вот, ну, доказательство основано на двух. Один вот старый результат, который я уже несколько раз цитировал, который говорит, что сначала можно просто замену координат U сделать, просто локальный дифеоморфизм, который говорит, что вот это на самом деле коэффициент, это есть метрика нулевой кривизны на многообразие вот, с координатами U Риммана, великоцвета Риммана. Поэтому, делая замену координат, можно эту метрику привести к постоянному виду. Следующий член нулевой степени при этом будет нулевым. Это первый шаг. Сначала приводим главный член. А потом нужно изучить деформацию этого члена. Деформации описываются, как известно из фуассонной геометрии, описываются фуассонными когомологиями. И вот теорема, доказанная впервые Гесслером и Магой и компанией, утверждает, что вот для этой скобки фуассона, то есть когда постоянная матрица такого типа, постоянная матрица, постоянная симметрическая невыраженная матрица МД это ДХ, фуассоновая когомология в положительных степенях ПС на тривиальной. Поэтому можно член за членом все поправки ПС углубить. Поэтому вся весь оператор скобки приводится к постоянному виду, который почему-то у меня из буквы П превратился в букву это.
Ну, я попрошу прощения, это разные, просто из разных мест. Ну вот, из то, что мы применяем в многообразиях, там буква это всегда появилась, но я к этому привык. Здесь он тоже появился. Короче говоря, что значит, какой значит, отсюда вытекает? Какой важный момент, который оказывается полезным, будет полезен в дальнейшем? В дальнейшем будет полезен то, что можно считать, что оператор скобки всегда записан в неком стандартном виде, то есть постоянная симметрическая невыраженная матрица на DPDX. А все возмущения, они описываются только возмущениями гамильтоньянами. То есть это некое количество свободных функциональных порядков, поэтому несколько сокращается. Это упрощение, конечно. Вот. Возмущение гамильтоньяна написано здесь внизу, то есть главный член H0 зависит от U, потом первая поправка это дифференциальный полином в степени 1, в степени 2 и так далее. Вот это класс гамильтоновых возмущений, который мне интересует. Ну здесь сейчас, ну мне тоже придется сказать про подход к интегрируемости. Ну как известно, чтобы класс этих систем уравнений частных производных зависит от параметра эпсилон. Если мы знаем, что главное что система интегрируема, главное член определяется гамильтоном H0, то есть что у нее имеется полный в некотором смысле набор опарных коммутирующих законов сохранения, которые нумеруются индексом I, который вообще как пробегает бесконечное число значений. И где эти законы сохранения, значит, они коммутируются гамильтоном по определению и коммутируют между собой. Тогда мы будем говорить, что возмущенная система интегрирована, если любой вот такой невозмущенный закон сохранения продолжается до возмущенного закона сохранения. И кроме того, они попарно коммутируют в каждом порядке. Как формально или появится. Ничего проще придумать невозможно. Совершенно стандартный подход. Единственное, что то, как появляется вот этот малый параметр, с точки зрения конечной мерки динамических систем не очень стандартно. Ну вот для уровней Хопфа, то есть когда вот, предел уровня КДВ приостановлен равно нулю, когда у него гамильтоньяна просто интеграла то в кубе делить на 6, невозмущенный. Скобку постоянно мы держим, так как вот сейчас я объясню, можно считать, что скобка не возмущается. Возмущается гамильтоньян. Значит, какие законы сохранения уровней Хопфа? Да очень много. Можно взять любую гладкую функцию f, и она будет определять закон сохранения уровня Хопфа. И проверить это, ну, ничего не стоит. То есть, вот у нас, я здесь вычисляю скобку постоянно f0 и h0. По определению, поскольку f0 это интеграл f от u, здесь коррекционные производные совпадают просто с обычной частной производной f'. Потом d по dx от коррекционной производной от u в кубе на 6, u в квадрате пополам, то есть u в x. Ну а если мы достаточно найти первообразное от функции f' от u умножить на u, зачем f большое, и тогда это будет интегралом от полного дифференциала. Для большое, если живем в пространстве для периодической функции, это интеграл от полного дифференциала периодической функции по периоду, конечно, ноль. Вот, теперь значит, мы хотим описывать интегрируемые деформации. Мы берем вот стандартная, там, простейший пример интегрируемой деформации от ИКДВ. Возмущение такое. Как увидеть, что оно интегрируемое, нам нужно построить деформацию законов сохранения для любой функции f. Ну вот написано в деформации в классе формальных степенных рядов p эпсилон. Написано первых несколько членов такой деформации.
Значит, ту процедуру, которой определяются эти размножения для случая КДВ. Утверждение, что для любой гладкой функции такая деформация существует, которая коммутирует с Галилеяновым КДВ в каждом порядке Петерса. Это несложное утверждение. Формула, которую я напишу, она почему-то не была раньше замечена, конечно, когда f от u это просто степень u, это мы получаем стандартный гамильтониан, Гарднер-Грин, просто Демиуре, а что продолжить на любую функцию f от u. Ну, в таком виде эта формула не была записана, и не была записана даже вот в таком виде теоремы оператора Лакса. Пишется вот как, что если мы оператор Лакса, мы нормировку ранее КДВ пишется следующим образом. Значит, тогда нужно поступить вот как. Возьмем эту функцию F от U, для которой нам нужно построить информацию, для нее производная порядка 1/2, и применим оператор Лакса и вычислим след вот этого псевдодифференциального оператора. Вычет это псевдодифференциальный оператор, коэффициент при d под x минус k. Суждение, что вот это как раз и есть наш гамильтониан. Борис Анатольевич, когда вам удобно взять перерыв? Когда будет удобно. Мне удобно любое время, сейчас посмотрю. Ну, я сейчас немножко закончу эту тему по поводу, которую мне, это, пожалуй, я даже пропущу. Это мне не существенно. Ну вот на словах, что мы возвращаемся к общему случаю, наверное, как раз я и сделал перерыв, сейчас я возвращаемся к свойствам решения, и вот свойства решения уже после перерыва будем обсуждать. Перерыв 10 минут. Разные критические показатели, да. Это часть результата, это не очевидно. Совершенно очевидно. Вот. Ну, я уж не буду обсуждать доказательства, но и даже объяснять идею, откуда возникла. Идея не очень сложная, потому что вот это. Собственно, функция Пирси, как функция кси тау, это решение линейного уравнения теплопроводности. А если мы, как функция кси тау, ну разумеется, да. Это очевидно. Вот, и если мы здесь этот коэффициент заморозим, то есть заменим атом на 0, а 0, то здесь выделим линейную часть из этого коэффициента. То есть получится уравнение Бюргерса, которое, конечно, решение которого получается решение уравнения теплопроводности на постановке Колохов. Когда постановка Колохов здесь написана. Понятно, да? Вот мы после, если мы подставим, то мы увидим, что это есть решение уравнения Бюргерса. Настоящее Бюргерса. То есть точки x, 0, 0, там производная бесконечная, правильно понимаю? Да, хоп, и бесконечная. А нет, Бюргерса не конечная. Что? А, да конечно. Бюргерса конечная. Сейчас. То-то и оно, что вот эта функция, она вклеивается именно в окрестность вот точки, этой точки опрокидывания. И определяет вот поведение решения, когда вот в момент рождения ударной волны, фронта ударной волны. То есть, если я вас включу, вы говорите, что А от У замораживается, то есть А от У полагается конца. Не конца. Но если константа на У, константа на У. Да? У нас есть вот это уравнение У, а Т, давайте я перепишу, что А У, мы разлагаем А от У, есть А нулевое, плюс нулевое штрих, минус У нулевое. То у нас главное значение получается УТ плюс А0 УХ, то есть просто которое описывает движение постоянной скорости, А0. Мы делали приказание Галилея, которое мы можем глядеть вот здесь.
мы это шлем набиваем. Ну вот после этого в главном порядке остается вот этот шлем. А почему самой штрихник не появляется нигде в этом? Он появляется, но он не написан, явно не написан где-то вот альфа, бета, гамма. Вот здесь он здесь есть. Нет, это член, и что? И получается линия Хоффа. Получается линия Бюргерса. Бюргерса стандартная. Стоишь, это высший подправок. Мы его решаем с помощью постановки Холла-Хоффа. А потом, чтобы, что нам нужно проверить, что вне этой окрестности, где у нас все еще работает, это решение сшивается с Хоффом. Для этого нужно взять и применить вот к функции Пирса метод Лапласа. Вне этой окрестности у фазы вот функции Пирса единственная критическая точка. И поэтому легко увидеть, что на критической точке как раз получится вот это нужное синтетическое решение умения Хоффа. Вот это, грубо говоря, вот идея Ирина. Можно просто время и координаты перенормировать и получить уравнение? Конечно, это и делается, разумеется. Локально мы их перенормируем, после чего вот общее уравнение сводится к уравнению Бюргерса. Конечно, после этого нужно выбрать решение уравнения Бюргерса. И Лин утверждает, что нужно выбрать там. Возмущение уравнения Бюргерса, не прям лично. Самого возмущения. То есть вот ясно, что вот эта функция гамма, это и есть решение уравнения Бюргерса. По переменной тауси. Стандартного Бюргерса. То есть, простите, не функция гамма, а то, от чего функция гамма является логической производной, если я правильно. Ма функция гамма. Функция гамма уже логическая производная. А, нет, правильно. Функция Пирса есть решение теплопроводности. Гамма есть решение стандартного Бюргерса. Вставляя, делая Галилео преобразование, делая рескейлинг, мы локально в окрестной точке опрокидываем. Сегодня вот чуть-чуть обобщенный Бюргерс, стандартный классический. На какое-то условие все-таки типа положительности производной, чем. Ну, положительность, конечно, положительность нужно. Да. Нет, положительность эпсилона, ничего больше не надо. Положительность эпсилона. Нет, на А. Да. Ну, разумеется, чтобы волна шла в правую сторону, там левую, так. Правильно, спасибо, да. Узор положительности на ноль штрих. Так. Вот это результат, который был получен давно. А теперь вот, чем заменить вот эти функции Пирса в гамильтоновом случае? Вот здесь возникает специальная функция из класса, из числа решения уравнений типа НВП. Пожалуйста, один вопрос назад. А при чем тут все-таки метод Лапласа? То есть вот это сшивание? Сшивка асимптотик, да. Не в калина, так и называется. Забыл, как она по-русски, я только... У меня был английский перевод, Magic of Asymptotic Expansions. Ну хорошо, но можно это сказать? Вот что. Ну, смотрите, что вот у нас нужно. Вот у нас ведь решение уравнения Хоффа в окрестной точке опрокидывания выглядит вот так, как вот так, да. Как и здесь. Это график, типа графика корня кубического. Вот нам нужно увидеть, глядя на эту формулу, что в окрестности точки x равно 0, t равно 0, у нас действительно это решение выглядит как график корня кубического. И эпсилон, устремляющийся к 0. Да. Что расшивается вот с этим решением уравнения Хоффа. Но в каком предельном режиме? Эпсилон стремится к кто? Как? Тут же все перемены как-то согласованы, скажем, да? Приятно стремиться к нулю, конечно, да. И все. Да. Ну а для этого нужно применить, конечно, метод ЛАПЛАС. Нужно поставить вот эти формулы, после чего у нас замены переменной Z, у нас получится стандартная E степень некий программ 4 степени лично эпсилон. Ну и метод ЛАПЛАС применяем, получаем правильный синтез. Который нам известен заранее. Да, который мы хотим получить. То есть у нас вот имеется, еще раз попытаюсь повторить, потому что я, наверное, самое еще не очень внятно произнес, что вот это есть некое решение стандартного уравнения Бюргерса, которое правильно сшивается вне точки опрокидывания. Во-первых, оно существует.
всегда, и вне точки опрокидывания оно сшивается с дальностью решения в отношении. Есть утверждение. И теперь то же самое предполагается про это для КДВ. Да, для КДВ и для систем, для нерешения Гера и более общих систем. Вот. Здесь мы должны говорить про левый 1 и его значит, аналог четвертого порядка. Вернее, это левый 1, вот оно написано. Это из шести уравнений типа КДВ, это самое проще всего его запомнить. А уравнение четвертого порядка, оно выглядит более хитро. Почему оно является аналогом уравнения по левый 1, я не стану сейчас объяснять. Подвергаем по 2 штриха 6 квадрат минус х. Да. А х это независимая перемена, что х. Независимая перемена, а функция от х. И в этом уравнении тоже штрихи, вплоть до 4 производной, это производные по х. Но здесь у нас еще и зависимость от параметра t. Сейчас, t это не время, t это константа. Это параметр. У нас есть буква х большой, t большой. Х большой независимая перемена для этого уравнения, t большой это... параметр в этом уравнении. То есть у нас имеется решение, зависящее от параметра. Значит, задача, вот уравнение написано, вот буду появляться только решение этих двух уравнений. Значит, мне нужно будет точно написать, какие решения, какие у них свойства, как их выбрать. Ну вот, ну, если точно, то тогда можно будет продолжать. Бога. Само небо на нашей стороне. Да. Вот, значит, что про эти уравнения, про это левые уравнения? Я верну вот это. Значит, откуда они возникли, уравнения левые 1? Они возникли из такой задачи. Мы хотим описать такие нелинейные уравнения второго порядка, такие, что их общее решение, ну, в этом случае общее решение есть просто мероморфная функция от x во всей каплесной плоскости. Ну и в этом случае тоже. Я уж не буду общее определение давать классу коллега, но в этом случае это просто общее решение продолжает каплесную область до мероморфной функции. И все особенности только плюса. В данном случае второго порядка. Это вот есть требования. Это есть свойство, которое выделяет. Которое выделяет, ну там можно немножко ослабить его, но которое выделяет этот класс. Этот класс дифференциальных уравнений. Ну и чтобы это решение не выражалось бы, чтобы общее решение этих уравнений не выражалось бы через классические специальные функции. То есть уравнение, то есть у других уравнений PDV там есть некие частные решения, которые выражаются, а у PDV это ни одного решения такого. Все решения этого уравнения это есть некий новый трансцендентный функции. И, по-видимому, вот у этого уравнения то решение, которое мне будет нужно при вот, описании фазового перехода, оно тоже будет, судя по всему, есть некая трансцендентная функция, которую тебе не можно сосчитать, табулировать, не использовать. Вот, изомоторное представление, оно, я бы написал, оно мне здесь не очень нужно, но мне потом, когда буду говорить, речь пойдет о случайных матрицах, оно там появится, его аналог, естественным образом. То есть утверждение, что вот это уравнение, я для более сложных, сразу начинаю с более сложного случая P1-2, что это уравнение представляется как условие совместности двух линейных дифференциальных уравнений. Уравнение по лямбда, лямбда спектральный параметр, уравнение по x. Это третье уравнение, сейчас исходит через секунду. Понятно. То есть если мы пишем вот эти два уравнения, потребуем, чтобы у этих двух линейных уравнений с таким W и с таким U выполнялось условие совместности, то есть равенство смешанных производных параметров по X. U и W или U и V сейчас? Вот. Что есть требования, а что есть следствие? Теперь это такое, что, значит, что у нас имеется некие матрицы W и некая матрица U. Каждая из них есть полином по лямбде. И кроме того, оно есть полином от U, штрих и так далее, от X, от T. Напишем теперь условие совместности, что смешанное производное пси по X лямбда равно смешанное производное пси по лямбда X.
Получится некое, ну вот подставим, некое сложное соотношение на вот на ДБВ и на У. Вот утверждение, что это соотношение. Что за условие такое? Что все это одна и та же функция, так сказать. Да, что одна и та же функция есть решение двух линейных уравнений. С произвольными начальными условиями. Угу. Условия совместности достаточно. Да, условие утверждения, что условия совместности эквивалентно уравнению P1-2. А третье уравнение получается как следствие? Третье уравнение нет. Минуточку. Третье уравнение, в него уже входит зависимость от параметра t. У нас в уравнение входит как параметр, в принципе, зависит от него произвольно. Но, понимаете, если мы добавим еще условия совместности с третьего уравнения, вот это V, тогда у нас уже однозначно определится зависимость U от X и T. Это U будет еще к тому же решением КДВ. То есть таким образом у нас имеется некое четырехпараметрическое семейство решения КДВ. Четырех, потому что они четвертого порядка. Четырех от лямбда, от Т и от Ч. Нет, лямбда это некое вспомогательное, так называемый спектральный, потому что в теории интегрированной системы называется спектральным параметром. Почему четырех, значит? Ну, лямбда параметр. Четырех, потому что у нас уравнение четвертого порядка, я напомню. Вот у нас уравнение. А лямбда зафиксировано. Лямбда это параметр, то есть у нас требуется, чтобы условие совместности выполнялось тождественно по лямбда. Тождественно по лямбда. Уравнение лямбда. Тождественно по лямбда. Это вот, собственно, есть метод, вариант метода Эля-пар или Лаксов-пар, или как угодно. Представление нулевой кривизны. То есть, такими словами, еще раз вернемся на минуту к этому уравнению, что это уравнение, которое это обыкновенное дифференциальное уравнение, оно еще совместимо с уравнением КДВ. То есть решение можно выбрать таким образом при каждом t, чтобы это решение уже по функции от x и t, как x оно есть решение обыкновенное дифференциальное уравнение, но по t, как функция x и t, она будет еще удовлетворять КДВ. Вот, собственно, это то, что я только что произнес, еще здесь и написано на этом слайде, что вот, вот это условие совместности, коммутация этих операторов, она дает нам P1-2, вот это уравнение, а коммутация вот этих операторов, она дает P1-2. Ну, это второе, это стандартное, конечно. Уже без W там нет. W нет, но она, на самом деле, отсюда автоматически вытекает, что это совместность. Любая совместность. Вот у нас есть написано, ты переписал P1-2, вот КДВ. Осталось выбрать только решение для этого. Мы помним, что любое решение P1-2 это выработанная функция от x во всей капризной плоскости. А мы хотим выбрать решение, у которого полюсов бы не было на вещественной оси. Более точно, мы ищем решение, которое при любом вещественном t не имеет полюсов на вещественной оси, на все вещественные оси. Ну вот, сама гипотеза, которую я сформулировал в этой старой уже работе, она утверждает, что такое решение существует единственно. Единственное, так на сегодняшний день пока и полностью не доказано. То, что существует такое решение с правильной асимптотикой при больших x, доказано классом. То есть с правильной асимптотикой? Я сейчас скажу, какая правильная асимптотика. Во-первых, мне нужно, я хотел здесь потратить несколько минут на то, чтобы объяснить, почему вот это, откуда это уравнение берется. Мне для этого нужно напомнить старые результаты, полученные одновременно Новиковым и Лаксом, про конечнозонные решения. Вот давайте я напишу другое обыкновенное дифференциальное уравнение, похожее на предыдущее, но где вместо коэффициентов x и t, ну, t это вообще константа, неважно, вместо коэффициента x стоит константа. Понятно. То есть это уравнение, зависящее от трех b и c. Обыкновенное дифференциальное уравнение. Вот это утверждение, что
Новиковой редакции, что любое гладкое решение вот этого мгновенного дифференциального уравнения является конечно-зонным потенциалом. Сейчас, а что знаете, что значит слова конечно-зонным потенциалом? Ну, то есть у него собственные функции живут, скажем так, если у него спектр оператора Шеллингера, это есть набор конечного числа интервалов на 16. В данном случае дополнение. Двух, я так понял. Дополнение к спектру. Дополнение к спектру из двух. Две лакуны, либо три, три зоны спектра. Ро 3 на ПРС равен 2. Вот, и почему я вот решил об этом небольшое отступление сделать? Вот, потому что здесь вот такое занятное свойство, вот это уравнение PD2, мы заметили с Андреем Копаевым, которое на самом деле в каком-то смысле вот идет уже отсюда, а свойство конечного зонных потенциалов. Ну и хорошо известно, что если вы подобрать вот эти параметры А, Б и С подходящим образом, то среди конечных зонных потенциалов имеются эллиптические функции. Если так выбрать, А, Б и С, как здесь написано, тогда минус 3 умножить на функцию Вейшгауса, это есть конечная зона, это есть двухзонный потенциал. Зонный потенциал периодический, он квазипериодический. В данном случае периодический. А вообще говоря, если общее решение, общее гладкое решение квазипериодическое. Mm-hmm. А там оно живет на РОД 2, он живет на Ягобяне, там двумерном многообразии, ограничивает там на двумерное одно. Mm-hmm. Ну, квазипериодическое. В этом случае периодически. То есть у него, вообще говоря, есть, конечно, полюса, как мы знаем в капризной области, как есть полюса эллиптические функции. Но вот если мы теперь еще включим зависимость от времени, тогда эти полюса будут ползти. И вот эта функция. Ну, полюса чего сейчас? Полюса вот этого решения. Уже в капризной области меня интересует полюса. Просто мое замечание, что вот я начал с чего, напомню. Нас интересует решение уравнения PD2, которое на вещественной оси вообще без полюсов. Да-да. А я вот это отступление, которое я сейчас делаю, это о том, а где же вообще лежат полюса и что мы о них можем утверждать. Сейчас, секундочку, простите, пожалуйста, у вас здесь есть уравнение, это уравнение второго порядка было написано? Четвертого порядка. Сейчас, я не в ту сторону смыслился. Четвертого порядка. Вот это самое четвертое порядка. Видите, те же самые выражения, что по идее 2. Здесь еще добавился еще один место. Здесь был у нас x, здесь был t, но еще один еще добавил. Прекрасно. И это уравнение вот. Это уравнение, которое появлялось в теории, уравнение, которое возникло в теории конечных зонных потенциалов. Отвечающий на оператор Шеллингера имеет. Двухзонный потенциал. Имеет двухзонный, да. Да. А как в эту ситуацию вписывается уравнение КДВ? Причем КДВ. КДВ, что у нас и другая теорема тех же авторов утверждает, что если мы фиксируем спектр потенциала, то многообразие операторов данным спектром это есть инвариантное многообразие для КДВ. То есть если на начальном условии есть конечный зонный потенциал, мы решаем КДВ за этим начальным условием, то получаем по-прежнему конечный зонный потенциал. В частности, этот потенциал конечный зонный. Минус 3 на функцию Вейшгауса. Но при таком выборе констант. Мы решаем КДВ, но остается конечная зона. Сдвинуть у КДВ, оно уже не будет удовлетворять вот этому уравнению. Оно будет удовлетворять. А то есть они коммутируют вот это КДВ и вот это уравнение. Так же, как и в более сложном случае по 1.2. Где у нас коэффициент уравнения зависит от xp. Там это более, требует чуть-чуть более длинных вычислений. Это более просто. Понятно? То есть то же самое в смысле, что пространство решений PN2 инвариантно по отношению к КДВ динамики. Пространство решений, вот это уравнение новой Лакса инвариантно по отношению к КДВ динамики. Два потока крутируют. Это не поток, в данном случае это не крутится. Нет, потока нет у нас, это дифференциальное уравнение. Если начальник удовлетворяет вот этому, то всегда будут удовлетворять этому. Инвариантно многократно. Вот, так вот, та вот формула, которую я хотел обратить внимание, вот какая. Но эта формула старинная, что в нашей первой работе 1974 года была написана, что вот если включим КДВ динамику, то у нас вот эти функции минус 3 на функцию Вейшгауса распадятся на сумму трех.
трех функций решаться. Ну и для провиса там они подчиняются вот этой системе, которая на самом деле эквивалентно сводится к эллиптическому коллажеру Мосера. Вот. Но не в этом речь. О том, что происходит с этими полюсами. Как они могут, если между ними какие-то столкновения и так далее. Так вот, утверждение в том, что они могут сталкиваться только тройные точки. По парных соударений не бывает. И вот оказывается, то же самое свойство справедливо и для вот этого гораздо более сложного уравнения PD2, которое выглядит похожим образом. То есть вот утверждение такое, первое утверждение, что полюса... Оно тоже удаляет инвариантное многообразие, как вы сказали. Оно тоже удаляет многообразие. Что если мы посмотрим теперь на полюса, мы знаем, что все особенности наших функций, давайте посмотрим оба эти уравнения вместе, получаем функцию от u и xt, нас интересует особенность этой функции, полюса этой функции. Где они расположены? Напишем в виде каждый полюс x как функция от t. Утверждение тогда, что эта функция от t есть решение вот другого уравнения четвертого порядка, которое на самом деле появлялось уже у Шимомуры, но вне связи с теорией уравнения. Какой связи у вас декабрь? Ну, я не буду сейчас слишком далеко меня увело. Вот такое вот странное уравнение четвертого порядка, которое описывает динамику полюсов. То есть вместо коллажера Мозера, это, так сказать, вот как, если угодно, деформация эллиптического коллажера Мозера. Здесь штрих означает производную по Т. По Т, да. Но это уже не функция Вейерштрасса. Нет, это совершенно не функция Вейерштрасса. Это вот некоторая трансцендентная функция, которая определяется в уровне PD2. Там же существует совместное решение КДВ, и это было. Да, существует. Мы берем любое совместное решение, берем его полюса, и получается вот это. А их много совместных решений, на самом деле? Четыре постоянных интегрирования, конечно, для PD2. А, то есть если задать любое решение... Фиксируем Т, берем любое решение, потом решаем КДВ с этим начальным условием. И это будет решение вот первое. Да. И вот это уравнение тоже к вашей передовой принадлежит? То, что нет. У него возникает, есть особенности типа точки Б. Простите, пожалуйста, еще один вопрос. А вот вы сказали, что вот это уравнение и более простое прошлое задают инвариантное многообразие для КДВ. А в термине, кстати, первых интегралов КДВ это инвариантное многообразие можно писать? Ну, конечно, это на самом деле вот это уравнение Новикова-Лакса, это просто уравнение для стационарных точек линейной комбинации первого, второго, третьего интеграла. Это вот дифференциальное уравнение. Да. А по 1,2 также описывается? По 1,2 чуть-чуть нужно модифицировать, потому что у нас константа А перестала быть константой. Это то, что называется, о чем будет речь впереди, это то, что называется струнным, я буду называть струнным уравнением. Интегралы как бы плывут. Да. И теперь поплыли. Да. Ну вот это, что у нас имеется в виду, это в чем, почему я об этом затеял говорить, что вот оказывается, что вот это вот на вопрос Володи о том, что если есть ПДВ, свойство ПДВ, его нет свойства ПДВ. Потому что у нас, если будем искать, ну как нужно делать, нужно взять, написать, подставить ряд Лорана, а к расположению полюса подставить и получить, либо увеличить ряд Лорана, может быть, только буквы такого типа. Если мы подставим, получим как раз вот это уравнение четвертого порядка Шимомуры. Но есть решение другого типа, с коэффициентом минус 3. И вот эти решения, они уже не образуют решение полной размерности 4. Они как раз отвечают тройному сливанию полюсов решения уравнения P1-2. И это как раз означает то, что вот это уравнение Шимомуры не удовлетворяет. То есть, хотя, как ни странно, нам мы построили для него это изомодронное представление. Так что это вот пример того, что нужно осторожность некую соблюдать с изомодронным представлением. Вообще говоря, само суда свойства ПЛВ не автоматически вытекает. Ну, простую замену переменных можно сделать, и оно начнет.
Типа в кубе новой буквы обозначили. Понимаешь, здесь вот эти самые, про эти тройные точки мы много чего знаем, они там связаны с спектральной теорией оператора Шрёдингера с потенциалом, который с полином пятой степени, там разные. Разные красивые свойства, но это уж не буду об этом. Так, что там? Ну, то есть вот эти тройные точки у нас решение по расположению по корню кубическому возникает. Понятно, да? Так, ну это, пожалуй, я про экзамодроме представления не буду, потому что сейчас, наверное, скорый перерыв. Так вот, да-да. Про Пейзин 2. Про Пейзин 2. То есть вот этот фильм, который сейчас показывается, это как раз некое специальное решение уравнения Пейзин 2, существование которого было строго доказано Топ-Клавесом Мартином Адельсоном. Но оно не является решением КДВ? Или... Оно является решением КДВ. Оно является решением КДВ. Так, как видите, вот все-таки тип поведения локальный, это то же самое, что мы видели в предыдущей серии нашего фильма, когда речь шла о решении КДВ. То есть то же самое, только увиденное, так сказать, под микроскопом. А что значит знаменатель 3х умножить на 1 треть? Степень 1 треть. Это я какие-то скобки неправильно поставил. Большение, то есть разложение, то есть требуется, чтобы при больших, по модулю x на бесконечности разложение было по корню кубическому, то есть асимптотика была корню кубическому. Ну, асимптотику легко изобразить, потому что уравнение, что-то я на этом стадии написал, где оно, это уравнение. Вот это уравнение. Ну, что, откуда? Какая должна быть асимптотика при больших x? Такая, что вот эти производные не вносят существенного вклада. То есть у нас возникает вот это кубическое уравнение. При больших x у нас асимптотика должна быть, которая определяется корнями этого кубического уравнения. А при больших x корень не единственный. Вот он там и написан, довольно неуклюжий виде. Видите, вот у нас как мы подходим к моменту градиентной катастрофы, начинают возникать вот эти осцилляции. Теперь они уже фиксированы, у вас никакого уже параметра здесь нет в этом решении. Это одно решение. То есть единственность, некая ослабленная версия теоремы единственности, которая здесь доказана, что вот если вот эту асимптотику асимптотическую условию наложить, тогда это решение единственное. Но это мне вполне хватает, такой теоремы единственности. Важно существование. Впервые гипотеза о существовании, когда параметр t равен нулю, она возникла в начале 90-х в работе Брезана, Маринари и Паризе в случайных матрицах. Но доказано было только вот в этой работе после того, как идея важности этого решения появилась вот при писании универсальности, но это парвызим я сейчас. Сейчас это некие, ну уже, так сказать, к началу исследования, часто заголовок, но может быть я пропущу. И вот на этой картинке, эта картинка, которую я, пожалуй, вывешу на экран, всех, кто во время перерыва желающие могли на нее смотреть и задавать вопросы, а уже в начале следующего часа я постараюсь объяснить, о чем идет речь, и где возникает то самое решение уровня Пейзин 2 в крупном виде при описании критического поведения как раз вот в этой точке. Наверное, время делать перерыв, да? Перерыв 10 минут. А сколько за часов? Я вот сразу весит больше, чем значит, может быть, любой перейти. Нет, на 4 хватает. Сколько часов вообще? Я не являюсь специалистом, но то, что я имею в виду, имеется в виду стандартная логика, чтобы не
То есть, как бы, не плотно смотрит подведение, но просто отвергнется, вот это очень является невероятным по этим отношениям к действиям недорогим. Сейчас я вам... Там разные цели. Максим, обратите внимание, я все, что угодно, между фамилией Семеновича. Кто угодно, а может возникнуть. Независимо, ну, так и не эта палочка, с которой все началось. То, что о чем я буду говорить, я не При описании зависимости значит, по распределению, там, кажется, люди кофе пьют, да? Например, собственных значений от параметров вот этого. И там вот там бывает, например, фаза перехода, которая семинары, это фаза перехода, когда у нас, скажем, вот, они просто исполнение интервал. Если мы начинаем менять параметр функции, у нас асимптотическое повторение может отъявить дыр. Когда у нас вот, момент образования дыры, у нас возникает асимптотическое. То есть вот тип зависимости, тип зависимости корреляционной функции, уточной корреляционной функции, то параметр асимптотический, он начинает служить, качество не меняется. Я уж не помню, какого рода фаза для примера ГДВ, от уровня ГДВ, вот параметром, начальные условия, которые за ноль превратилось в фи от x, небольшая смена обозначений. И вот речь о том, как вот описать асимптотики вот этого решения при абсолютно тянущихся к нулю в разных секторах плоскости xt. То есть вот здесь вот это квадратик, это плоскость x и t. Теперь вот этот клюв, что означает? Означает, что здесь имеются две части плоскости. Но мои картинки, они еще немножко разного цвета, здесь они все белые, но ничего. Две части плоскости, в которых в этих двух частях асимптотическое поведение определяется разными формулами. То есть это фазовый переход, да? Да, это вот, собственно, это граница между этими областями и определяет вот, линию, на которой происходит фазовый переход. Вот, значит, теперь, какие, во-первых, что происходит вне границы? Вот ниже вот этого клюва у нас асимптотика, у нас решение остается медленно меняющимся. То есть U это равно приближенное решение уравнения Хоппа с тем же самым начальным условием. Это строго доказано для быстро бывающих начальных условий Лаксом и Накидесом. Внутри этого клюва решение осциллирующее, это там, где уже осцилляции развились. И асимптотически оно может быть описано решением, вот самыми эллиптическими решениями, каноидальными волнами, так называемыми. Каноидальными. Каноидальными, потому что косинус эллиптический, сияние. От этого, по идее, происходит. Но я предпочитаю использовать функцию Лейбштрасса, но вот эта функция, как функция, является функцией от вот здесь быстро осциллирующая часть вот этой функции Лейбштрасса, а точки ветвления R1, R2, R3 функции Лейбштрасса, они являются медленно меняющимися функциями. То есть можно еще и другую картинку нарисовать, потому что мы знаем, что речь идет здесь о, значит, о фактически о конечнозонных решение уравнения КДВ с медленно меняющимися параметрами. Пока мы находимся ниже клюва, у нас решение нульзонное. Давайте я нарисую другой график.
Вот у нас в этой центральной части у нас осцилляции. Вне этой части у нас решение нульзонное, то есть для того, для той нормировки уровня, которая написана, спектр лежит просто полупрямая. Ноль зон означает нет лакун. Здесь у нас возникает другая полупрямая. Это график на самом деле V. Понимаете, здесь как раз решение уровня фокуса. А внутри я нарисую график вот этих трех функций R1, R2, R3, которые есть просто в конце зон спектра оператора Шредингера, который выглядит вот так. Ты не понял, почему? Ну вот, вот при постоянном эффекте, там же, конечно, не только конечно зонное решение, причем тут ноль зон. Повторяю, что у нас решение вот самое, в той области, где у нас решение медленно меняющееся, это асимптотические, около... да? Асимптотические поведение решения определяется нульзонным. Решение вне куб, это есть нульзонный куб, который постоянное решение. Асимптотическое. Да. А здесь у нас, значит, это V, это есть R1, R2, R3. Вот то, что нарисовано, это просто кубическая кривая или нет? Нет, это гораздо более сложная кривая. Но тем не менее, это концы зон спектра, поэтому если внутри вот этой области, если мы нарисуем, спектр, у нас будет вот одна зона спектра, и вот другая бесконечная зона спектра. Повтори, пожалуйста, я хотел еще не понять. Значит так, вот когда маленькая эпсилон, да, тогда асимптотическое, да, это нульзонное решение, так? Нульзонное решение вне вот этого клюва. Или вне вот этой полосы на этом, вот этой полосы на этом. Нульзонное решение означает что? Что соответствующий оператор? Нульзонное решение, что такое нульзонное решение в НКВ? Это констант. Вот. А мы рассматриваем нульзонное решение медленно меняющимся функцией от x и t. Раз оно медленно меняющее, значит, член с третьей градусной вылетает, и КДВ сводится к фокусу. Нет, я говорю, что? Что означает сам термин ноль зон? Ничего, что у нас нет лакун спектра. Спектр задача оператора. Задача оператора решает. Спектр вся мука. А потом начинаем... Повторяю, у нас идея, то есть моя идея всегда будет одно и то же, что главный член асимптотики, это есть некое точное решение уравнения КДВ, которое, у которого параметр, впрочем, является медленно меняющейся функциями от x и t. Там уже КДВ написано. Что? Ну, так. Это такая оговорка была. И главный член асимптотики – это точное решение уравнения КДВ. Мы вроде ищем решение. Это точное решение. Да, точное решение. Нет, это правильно. Это нет, не было оговорки. Точное решение уровня ГДВ. То есть точное решение уровня ГДВ в данном случае вот в этой зоне ниже клюва. Это константа. Вот. Но константа, которая медленно зависит от x и t. То есть есть решение ФОФ. Понятно, да? Нет? Ну, речь идет о пределе, при этом смешных нулевых, да? Не предел, а именно... ну хорошо, это... В таком виде предел, конечно. В таком виде предел. Да. В этом случае асимптотика просто сводится к пределу. А в этом случае не сводится, потому что это не предел, а это именно главный член асимптотики. Асимптотика плюс высшие поправки по степеням эпсилона. Угу. А теперь мы начинаем уменьшать эпсилон, такой вот... Эпсилон уменьшать, зачем нам его уменьшать? Уменьшать. Уменьшать, наоборот? Это мало гарантий. Борис Анатольевич, но можно еще сказать, что эта конструкция, она связана с так называемым квазиклассическим пределом в квантовой механике, где... Конечно, это нелинейный аналог квазиклассики. Сказать можно, нет. Нелинейный аналог квазиклассики. Что такое ВКБ? ВКБ асимптотика. У нас есть точное решение экспонента, а мы теперь берем экспоненту от S делить на X. Вместо экспонента у нас теперь функция Бирштрасса, мы берем функция Бирштрасса от S делить на эпсилон. Ну и параметры функции Бирштрасса тоже меняются. Но медленно. Но медленно, да.
То есть у нас имеется, вот, может так сказать, у нас имеется инвариантное конечномерное многообразие, расслоенное на одномерные торы. Мы рассматриваем решение, которое живет в окрестности этого невероятного многообразия, которое быстро крутится вдоль тора и медленно движется вдоль базы расслоения на тор. Вот база определяется тремя координатами 1 и 2. Что-то я не понимаю. Но это же решение уравнения КДВ. То есть, я не очень понимаю, как, если это решение уравнения КДВ, то оно должно жить на одном торе. Вот я что-то... Одно решение живет на одном торе. Но одного решения нам не хватит. У нас решение, которое описывает асимптотическую сразу во всей области. Во всей области. То есть у x и эпсилон при каждом фиксированном эпсилон является там и так далее. Да, вот это, собственно, есть. То есть это такое как бы семейство решений, уже не знаю, аналитическое по эпсилон, да? Или... Ну, аналитическое, аналитическое здесь у нас эпсилон знаменатель ходит. Ну, ассоциирующий. Понимаете, поэтому если говорить о пределах, здесь уже в отличие от зоны, оптической зоны, мы не можем говорить о пределах, пределе решения. Можем мы там вычислять разные там значения разных законов сохранения, то есть усреднять U, или там усреднять полиномы, дифференциальные полиномы от U, и тогда у нас будет сходимость в смысле слабой. Но по сути, я понимаю, что каждое решение уравнения Хопфа можно включить вот в такое семейство. Да. В этом отношении. Да. Собственно, вот это есть. Мы стартуем вот здесь, вот при этих временах. У нас решение уровня Хопфа. Доходим до этого клюва. Начинает развиваться, здесь возникает осцилляция. Входим внутрь зоны, здесь осцилляции уже развились, можно использовать эту асимптотическую формулу Гуревича и Педоевского. А по осям x и t? Эти оси x и t, да. А эпсилон тут? Эпсилон уже формулу зашит. Вот на эпсилон здесь. Эпсилон зашит только формулу. Эпсилон это именно параметр, определяющий период осцилляции. Сейчас, ну, теперь от x, t, они от начальных данных зависят? Конечно, зависит от начальных данных. Я бы формулу... Конечно. Они зависят от него, потому что вся эта картинка, она сшивается в C1 гладкую кривую. Чтобы сшивалась, C1 гладкая кривая. А вот эта точка клюва, кстати, это что за точка такая? Это вот как раз точка, где будет возникать... Где синтетическое поведение уже будет описываться вот этими специальными функциями типа поведения. Не, а что это то, как бы это как бы это точка? Хорошо, вот правильный вопрос. Хорошо. Давайте сейчас посмотрим, что это точка клюва. Что у нас прокуратура. Давайте сначала посмотрим еще раз на эту картинку. Что я сказал, если мы находимся здесь, то у нас решение нульзонное. Находится внутри, у нас решение однозонное, то есть имеется одна лакуна. Движемся налево. Что происходит? У нас лакуна. Закрывается. Лакуна закрывается. Движемся направо. У нас наоборот лакуна увеличивается, но стягивается вот эта зона. Мы знаем из теории КДВ, что если маленькая лакуна отвечает решением КДВ периодическим с малой амплитудой. А если стягивается зона, то предельно мы переходим к односолитонным решениям. Теперь вернемся к вопросу о клюве. Что же происходит в клюве? Клюв это когда как раз отвечает точке опрокидывания, когда у нас кривая вот такая. То есть когда у нас все R1, R2, R3 слились в одну точку. То есть у нас вот здесь... Кривая сопоставляется чему? Что? Вот эта кривая сопоставляется. Это кривая. Вот, то есть у нас имеется конечнозонный потенциал оператора Шеллинга, но который спектр медленно зависит от x и t. Теперь если мы от этой кривой двинемся немножко вправо, то есть когда у нас мы пройдем точку прокидывания, то ну что, вот здесь маленькая зона и маленькая лакуна. Одновременно. Нет, вот эта кривая сопоставляется чему? Решению и... главному члену асимптотического разложения режима. Мы кривую эту по программу Хопфа нарисовать можем? Можем. Нет, мы по программу Хопфа можем нарисовать вот эту часть и вот эту. Где там характеристики? Нет, а вот эту вот, которую мы рисовали. Клюв, он... Можем, да. Нет. Не определяется. Оно определяется именно
и на поведение вот этих вот решений ординар 2, 3, которые по функции txt, если уже решение более сложного по зеленинар, вроде вызова. То есть вот эта кривая сопоставляется вот этому специальному решению. То есть утверждение, что момент точки опрокидывания, линейный, то есть по крестности первой точки опрокидывания, у нас решение здесь определяется хопом, внутри определяется вот вызовом, модулированной эллиптической функцией. А вот теперь вопрос о том, что же происходит на границе. И прежде всего, то, о чем я буду говорить, что происходит на клюве. Тогда у вас вот есть утверждение, что вот эти решения, это, кстати, в каком-то смысле все решения? Все решения, да. Все решения. Это R2, это функция от φ, правильно? Функция от φ, зависит от φ, конечно. То есть это все, вообще все решения чего? КДВ? Да. Все решения КДВ. С начальным значением. Ну, все решения там, точный результат Лакса и компании, это все решения, у которых там правильная асимптотика на бесконечность, поскольку они использовали метапрод значка, а так, хотя, конечно, ясно, что результат локальный и от граничных условий зависеть не должен. Вот, ну, Гуревич Петриевский впервые, значит, описали вот вызова, вот это вызовская асимптотика, Лакс-Ливермойн, спустя 10 лет получили первые строгие результаты. А значит, меня интересует ли поведение в этой точке, в клюве. И там вот по 1-2 возникло. Кроме того, конечно, можно изучать вот это, собственно, есть точка приблизительной катастрофы для хоп. Вот это единственное, что можно определить из хоп. А саму фазовую диаграмму это более хитрое. Это нужно определять уже из вызова, а не из хоп. Это там, где сливаются вот эти точки ветвления. Они не совпадают с фазовой диаграммой, которая просто из этой характеристики возникает. Вот. Что я нажал, что должно было произойти. Значит, вот это точки опрокидывания. Кроме того, есть еще вопросы поведения асимптотиков на этой границе, где вот малая осцилляция, как вот там на первом из рисунков. Или вот здесь, которая вот, зависимость вот этой малой лакуны, она определяется как некое специальное решение уравнения ПДВ2. Это другое, которое уж я не будет времени меня говорить. Вот. Еще эта граница, где наоборот стягивается зона. Асимптотики солитонные. Вот. Это, значит, и тот и другой случай, это работы Тома Класса и Тамары Грава. Строгие результаты получены по асимптотическим протекционам в этих границах. Но я буду говорить акцептуется в этом клюве, но сначала я хочу еще одну картинку показать, которая говорит, ну, что на самом деле, кроме вот этой ситуации, могут быть и более сложные, когда фазовые переходы, когда вот эта кривая, где R1, R2, R3, здесь вот она белая зона, где асимптотически определяется хопом, здесь асимптотически определяется хопом, то есть рот прима поверхности 0. В желтой зоне асимптотически эллиптически у нас имеется 3. R1, R2, R3, R1, R2, R3. То есть эксплуатация определяется электрическую функцию. В средней зоне у нас уже произошло еще одно опрокидывание. Эксплуатация будет определяться эта функция Мирода 2, у которой параметры тоже медленно меняющиеся от x и t. Все это вместе склеится в одну цельную гладкую кривую. Понятно, да? Это главное еще на синтезе. А как узнать, какого рода максимум? Вот есть род 2 или нет? Это интересный вопрос. Здесь есть результат, который я знаю, это от фит, да? Картинка зависит от фит, как будет. Зависит от фит. Единственный результат, который здесь был получен, который как раз Тамара получила в своей кандидатской, что если мы идем до вертикальной прямой и ждем довольно долго, то асимптотика всегда будет эллиптической. То есть все эти высшие рода, так сказать, это моменты приходящие. Так, в принципе, любой род может возникнуть. В принципе, да? Возникает любой род, да. Но он определяется числом тоже перегиба у начального профиля. Ну, для некоторых случаев, да. Для полиномиальных, то есть обратных полиномиальных вещей, начальных данных. Вообще говоря, это более сложная задача. Более сложная. Вот.
И, значит, мораль такова, что есть разные фазы перехода, но вот эти универсальности, что точка фазы перехода всегда на самом деле главный член асимметрических формул один и тот же. Вот теперь формулу я напишу. Вот гипотеза универсальности для скалярного случая. Вот раз пришла в сравнении, я вот приписал в каком виде. Значит, вот это члены порядка на любой степени, линейные по первопроизводным. Члены по эпсилону у нас нет, это все гамильтоновости. Легко понять, потому что у нас тогда гамильтониан был бы линейным по первопроизводной, а это давало бы привязанную зависимость. То есть разложение начинается с эпсилон квадрата. Единственное, что важно. Начальное условие, повторюсь еще раз, не зависит от эпсилона. И от x. И, значит, мы хотим сравнить решение вот этого возмущенного уравнения с решением невозмущенного уравнения с тем же самым начальным условием. Напомню, первая гипотеза была в том, что решение вот этого возмущенного решения уравнения существует, по крайней мере, до точки опрокидывания при достаточно малом эпсилоне. А вторая гипотеза описывает, а как же какова же его форма, то, что продолжается чуть дальше. И описывает его форму, ну это еще повторение, да, не сейчас, нет, не повторение, что, во-первых, при меньше, чем точка протяжения, у нас У стремится к В, это настоящий сильный предел. Более того, существует малая дельта, зависит от эпсилона, малая положительная дельта. То решение возмущенное может быть продолжено до t0 плюс дельта. И более того, существует вот такой предел, когда x зависит от t большой, x большой константы. И более того, что этот предел зависит только вот от трех, зависит от начальных условий, от уравнения только через вот эти три константы, четыре константы. Альфа, бета, нет, три константы. Альфа, бета, гамма. ДКП это вот это, ну, в общем, все формулы написаны. ДФ это функция. Ро это кто? Ро вот написано. Ну, какие-нибудь все-таки условия, опять-таки, типа неравенства. Типа положительные, да, где-то условия положительности, оно где-то должно было появляться, конечно. А 0,4 должно быть положительно. Это 0,4. А остальные? Остальные не важны. Важно, чтобы вот эта кафа была бы отлично от этого, ну, поскольку оно сейчас c0, я уже забыл, что это c0. А, c0 понятно, что такое. c0 это значение вот этого коэффициента. Важно, чтобы вот этот коэффициент был бы отличен от нуля в точке опрокидывания. Это важно. Производная вот этого коэффициента по U в точке опрокидывания была бы положительная. И чтобы точка опрокидывания была бы невыраженной, то есть точка перегиба у графика была бы невыраженной. Это третья производная, вот она здесь. Третья производная должна быть отлично от нуля. Значит, третья часть гипотезы, что вот этот предел зависит только от трех констант. Существует, зависит только от трех констант. Ну и более точная асимптотическая формула. Что она делает, не знаю. Асимптотическая формула утверждает, что вот U допускает следующее асимптотическое разложение, где главное вот эта функция U от x большое, t большое, ничего не зависит, вся зависит на вот их асимптотики. А потом уже целая вот эта индустрия асимптотических методов, дайфтажу, которая применяется к изучению асимптотики. Почему важна аналитичность? Потому что там нужно деформировать контуры, на которые ставится задача именно Гильберта, их выводят по крестной области. Эту аналитичность никуда от нее не деться. Это, конечно, пока еще не очень, совсем даже не окончательный результат, потому что, конечно, интересно получить бы доказательства для случая в актах начальных условий.
Но это уже, конечно, первый обнадеживающий момент. Ну, прежде чем уходить на перерыв, все-таки я немножко, перерыв или что там будет, неважно, все-таки я немножко скажу о системах. О системах, вот, когда у двухкомпонентный вектор есть два случая, гиперболический случай и эллиптический случай. Что значит, он, все эти условия гиперболичности или эллиптичности формулируются на языке вот этой матрицы коэффициентов. Собственно, значение этой матрицы. Вещественное означает по определению в случае гиперболии. Вещественное различие, прошу прощения, буду рассматривать общее положение. Буду называть случай гиперболический. Если они комплексно сопряженные, тогда электрические. Вот. Значит, в чем разница? Да, ну, в этом случае гиперболическом можно главный член вот этот привести к диагональному углиду. Возникает две характеристические скорости. Вот. И в этом случае в точке опрокидывания общего положения опрокидывается только один Риман-Вейнбериан, а другой остается гладким. То есть один Риман-Вейнбериан представляет себя, ведет как-то кубическая кривая, и в этом случае возникают те же самые решения уровня PD2. А в случае эллиптическом у нас два комплекса сопряжены, поэтому если опрокидывается один, то опрокидывается и другой. И в этом случае возникает совсем другие синтезы. Давайте я быстро это, хотя бы, чтобы хотя бы какое-то, может быть, воспоминание сохранились. Давайте смотрим в главном порядке. В каждой точке, кроме прямых инвариантов, есть уже два характеристических направления, как положено в методе характеристик, и которые зависят от точки конечно. И я рассмотрю сейчас эллиптический случай. И Риман инвариант R+, не зависит от x минус, а r минус не зависит от x плюс. Это означает, что у нас на самом деле, поскольку эти характеристические направления комплексно сопряжены, означает, что r плюс инвариант есть голоморфная функция от x плюс. Да, не точно. Понятно, да? Это, кстати говоря, относится, конечно, к вещественному случаю. Так вот, вещественному, к гиперболическому случаю. Вот гиперболического, как я уже говорил, один Риман-инвариант зависит от линейно, соответствующей x плюс точки, а второй зависит от кубической кривой. То есть это то, что называется особенности поскладки, не гиперболического. А для эллиптического у нас возникает вот это условие, как условие аналитичности, возникает особенность просто корень квадратный от этой комплексной координаты. Это на самом деле переписать в вещественных переменных, эта особенность называется. Называется, как же называется? Ну, особенность типа D4. Эллиптическая эллиптика амбиликсингуляр. А, вот написано, эллиптика амбиликсингуляр. Ну, это, пожалуй, пропущу, только сформулирую результат. Про вот этот результат про гиперболический случай, который самое решение уравнения. По один балл возникает в одной координате, а в другой координате его вторая производная. Это теорема? Нет, это пока это не является теоремой даже для интегрированной случаи. Это гипотеза? Да. Ну, гипотеза, которая выводится примерно так же, как тут я объяснял для скалярного случая. А для эллиптического случая здесь возникает некое специальное решение уравнения Пелевиадзе, классического уравнения. Эту формулу я угадал бы почти сразу после первой работы для ПРКДВ, но самое изумительное было для меня то, что здесь вот эта зависимость от x, x плюс, напомню, это комплексная переменная. И параметр константа в этом тоже комплексная. То есть здесь нам нужно знать про отсутствие полюсов вот этого решения уже в неком секторе комплексной плоскости. И вот это было самое поразительное, что вот это осталось никем не замеченным до вот этих нашей работ вместе с Кристианом Кляйном и Тамарой Грабой, где мы перечисленно поначалу проверили, и сегодня это уже доказано, теорема Костина и компании, которые наши гипотезы доказали, что некое специальное решение влияния PLV1 аналитично в таком гигантском секторе комплексных полюсов. Нет ни одного полюса. Все полюсы сосредоточены в этом узком секторе. Дополнение.
и называемое трижды усеченное решение времени переливы 1. Это сравнение с переливы, это, пожалуй, я, ну, наверное, ну, про случайные матрицы, ну, в общем, если кто-то... Зачем, да. Вот. Сейчас, может быть, еще просто поправить, я не объясню, что такое три тонкие, но что три тонкие решения, откуда оно, когда и где оно появилось. Оно появилось еще больше 100 лет назад, по утру. Вот это решение в РТЛВ1, мы знаем, что все особенности у него плюса второго порядка. Где они расположены? Они расположены на плоскости, и согласно теореме Бутру, первая часть теоремы Бутру простая, то, что они накапливаются вдоль вот таких пяти лучей. Понятно, да? Это просто, сейчас объясню почему. Вдоль таких пяти лучей, а вот трижды усеченное означает решение. Это вот такое решение, которое асимптотически вдоль трех последовательных лучей эти линии полюсов обрываются. Понятно? И вот это трудная часть теоремы Бутру. Первая часть легкая, она основана на следующей постановке, если по функции Бештрасса. То сделаем такую постановку, то получим вот такое уравнение. Все, при больших z вне полюсов получается дифференциальное уравнение эллиптической функции. То есть означает, что симптотически после такой замены полюса нашего решения переливы 1, они получаются замены координаты из полюсов эллиптических функций. Ну вот на этой рисунке схематически нарисована решетка полюсов эллиптических функций. После замены 5 четвертых, 4 пятых получается вот эти как раз 5 лучей. А вот трудная теорема Бутру это то, что вот если мы выберем 3 луча, на моей рисунке 3 голубых луча, то существует единственное решение, у которого эти линии полюсов вдоль этих трех лучей асимптотически обрываются. Это означает, что в таком секторе от одного красного луча до другого красного луча имеется не более чем конечное число полюсов. Это было доказано. Вот это Бутру. Бутру. Больше 100 лет, 1913 год. А вот то, что мы обнаружили, сначала численно, потом косвенно в компании этой Газали, потому что в этом секторе полюсов вообще нет. Вот в этом случае. Для уравнения, когда вы... Нет. Уравнение когда есть ни при чем. Это теория уравнения для уравнения. А, в той же обществе, что у Бутру? Да, конечно. То есть это... Вот то самое решение уравнения Бутру, оно одно. Оно единственное. Что этих плюсов нет вообще? Нет вообще. Мы это проявляем численно, вот график я нарисовал, там желтые поверхности, вещественные, мнимые части. А вот косвенно довольно тяжелыми аналитическими, асимптотическими методами вот доказал это строго. Как этого Бутру не забыли за 100 лет вообще? Он же за Бутру все время на слуху был. Да? Бутру это важная работа. Он как-то кроме этого ничего, по-моему, не сделал, но вот эта работа. Очень серьезная теорема. Нет, почему она важна в том изложении, как ты рассказываешь, как ты не вполне понятно. Она дает нам выбор решения. Дает выбор решения. ПНВ-1. Что ПНВ-1, да. Это в контексте ПНВ. Ну, понимаешь, я вот с этими разными простыми трюками, с рескейлингом и так далее, их довольно сразу приходишь к пенделению. Потом просто как выбрать решение? Ну, а почему именно так тогда? А потому что, во-первых, оно гладкое. Это, конечно, первый решающий момент. Оно гладкое, нет полюсов. Если были полюса, то ничего бы никуда бы не годилось. И вторых, ну это уже просто, что при больших там. По модулю Z оно хорошо сшивается. Ну, а почему важно, что она гладкая в таком большом секторе все-таки? Ну как, у нас мы хотим описать асимптотическую форму для гладких решений некого уравнения. Странно было вопрос, гладкие решения решениями с Z. Ну да, нет, а размер сектора почему важен? А почему размер сектора, это так трудно без вычислений объяснить. На самом деле, когда вы делаете, переходите к этим к характеристическим направлениям локальное, там нужно корень этой степени правильно убирать, но это все как раз там и возникает. Это решение на уровне данных Мондрами легко? Конечно. Это Андрей Копаев давно еще описал. Давно еще. Но из задачи Римана Гильберта, вот теоремы Костина, мы пока не знаем, как выглядит. График этого решения какой? Перевещественный. График?
Причастливое, но оно нам мало его причастливое, но он прикоплясный. Вот оно. Это то, что я показывал. Где оно? Куда оно называется? Струны пропало? Было. Сейчас пока ищется график, кажется, мы вот она. Постепенно. Вот. Вот это график, да. Вот это вещественная часть. Вот, вот видите, вот здесь вот эти зубья, они, мне кажется, указывают на то, что мы подходим к границе сектора, здесь идет полюса. Нет, а можно рисовать просто. Ну так из этой картинки, наверное, можно понять, но можно еще посмотреть. На вещественность. Это очень, очень просто. Это просто какое минус корень, я забыл, как ненормированное уравнение, из 6 х. Ну, х-то бывает положительное отрицательное. Предположить. Отрицательное плюс. Отрицательное на форме уравнения. То есть все на бесконечность уходит. Да, приходит на бесконечность, да. Где это решение Бутрова? То есть хотел бы математика. Да? А где это решение Бутрова? Возникает вот во мне вот это непосредственно задача поменяет. Не знаю, нет, оно возникало, где-то возникало. У меня есть ссылки на другие работы, где возникало приложение даже. Да. Решение три тропы. Как я говорил, в математике это решение важно. Нет, не в математике, а в том приложении. То есть как? Прикладная математика, скажем так. Прикладная математика там этого будет. Конечно, да. Вот это решение уважения возникало, конечно. Ну, а какой прикладной математики? Вот это прикладная математика. Ну, нет, как, нет, ну, что какие там? Физические физические задачи, я сейчас не могу на памяти, где-то даже в астрофизике оно возникало. А, астрофизика. Да. Сейчас кажется ясно, что мы перешли уже от собственного плана, да, к вопросам. Да. Давайте, во-первых, поблагодарим накладчика. А после этого можно задать еще к нему вопросы. Он имеет в виду то, что, собственно, часть вопроса можно задать за чаем. То есть мы остались без случайных ножниц. Что, будем продолжать? Нет, я не знаю, справа. Это я как-то... Давайте, как сказать, определимся с этим. Как вы говорите? Нет, я, так сказать, как это... Я здесь упал на чисто формально. Я отношу все. Нет, я могу частным порядком рассказать, если это кому-то интересно, по случайным адресам могу. Давайте так сделаем. Мы сделаем только в начале, а потом пытаемся увидеть. Будут ли установлены силы? С новыми силами, как в квартете, да. Итак, в большом случае, сейчас мы снова ударим докладчика.